Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо на моем канале на YouTube, либо на моем сайте мир-ланаве.ру. Сегодня я продолжаю свои уроки по самой популярной программе по вышивке крестом Pattern Maker. Сегодня я продолжу тему прогона изображений. Как вы помните, в прошлый раз я рассказывала о простом прогоне изображений. А сегодня я буду рассказывать о том, как прогоняется изображение в заданной палитре. Когда чаще всего используется этот прием? Чаще всего этот прием используется, если у вас фотографии либо черно-белые, либо фотографии в сепии. Это эффект старой фотографии. Кстати, этим эффектом очень часто пользуется такая известная фирма по вышивке крестов, бельгийская Вервака. Вы все это прекрасно знаете. В чем плюс данного прогона? Плюс данного прогона, что в результате вы получаете более качественный прогон, чем обычно. И правок нужно не так много, как при обычном прогоне. И еще, если в прошлый раз я вам рекомендовала перед прогоном чистить палитру, то в этот раз чистить палитру совершенно не нужно, потому что палитру мы создаем сами, и ненужные цвета просто в нашу палитру не попадут. О чем я буду рассказывать в моем уроке? Мой урок можно разбить на три части. В первой части я вам расскажу, как создаются палитры для черно-белого изображения, для изображения в сепии. Вы, конечно, их можете просто скачать с моего сайта, но я вам расскажу, как они легко и просто создаются, чтобы вы знали. Во второй части я буду прогонять всякие разные изображения в этих самых палитрах. А вот в третьей части я рассмотрю случай цветного изображения. Я расскажу о том, как я подбирала палитру для цветного изображения, что делала и что из этого у меня в результате вышло. Вот после такого небольшого вступления давайте приступим к самому уроку. Итак, для начала давайте составим черно-белую палитру и две палитры сепии. Я удаляю все цвета, открываю палитру DMC, в которой я буду составлять эти палитры. Можно взять любую другую палитру. И первое, что я добавляю, это белый цвет. Затем я добавляю все цвета серых оттенков, начиная с номера 762. Затем идет 415 и так далее до 310, то есть до черного цвета. Далее мы добавляем все бленды, составленные из двух стоящих рядом цветов. Первый, например, бленд это 1,762. Для этого мы переходим в палитру блендов. И если у вас здесь нет ни одного бленда, мы нажимаем функцию «Создать», выбираем здесь палитру DMC и ставим номера. Но быстрее будет, если мы любой бленд здесь просто изменим. Тогда не нужно искать вот эту палитру, выбирать из всех нужных палитр. Мы просто ставим здесь 1,762. Вот у нас первый наш бленд, и мы добавляем его в палитру. И так далее добавляем все оставшиеся цвета. Вот я добавила все оставшиеся бленды, и того у нас получилось 17 цветов. Далее эту палитру можно сохранить в том месте, где вам удобно, назвать как вам удобно, и далее пользоваться. Аналогичным образом составляются и палитры сепии. Вот первая палитра, это коричневая палитра. Она составлена из белого цвета и цветов именно коричневых оттенков, плюс бленды. И вторая палитра сепия, это бежево-коричневая палитра. Она составлена из цветов, начиная вот с 842 и так далее. Для более темных оттенков я взяла отсюда два цвета, 938 и 3371. Черно-коричневый, ну плюс черный, и для более светлых оттенков взяла еще 543 номер. У нас получилось всего 19 цветов. Вот таким образом легко и просто составляются палитры сепии, черно-белая палитра. Вы их можете скачать у меня с сайта. Итак, давайте начнем вот с этой черно-белой фотографии Мадонны, вернее практически черно-белой, здесь немножко голубые глаза, и прогоним это изображение в черно-белой палитре. Далее алгоритм такой же, как и в предыдущем уроке. Здесь я ничего не правлю, убираю вот этот белый цвет, можно спокойно убрать, то есть белый фон. Говорю далее, здесь нужно выбрать важные участки. Ну, на мой вкус здесь нужно выбрать глазки
и губки. И мы посмотрим, что же из этого получится. Далее говорю далее. Размер выбираю из тех клеточек по ширине. И далее здесь вот как раз выбираю второй вариант. Загружаю палитру. Она у меня вот здесь сохранилась. Черно-белая палитра. Метод дизелинга оставляю по умолчанию штуки. И затем я просто импортирую изображение. Вот у нас изображение наше сконвертировалось. Давайте я его уменьшу, чтобы было видно, что же у нас получилось. В общем-то, очень даже прилично все получилось. Вы видите, практически можно вышивать. Здесь вот поубирать немножко с боков ненужные крестики. Но, в общем-то, очень даже получился приличный прогон. Вы сами видите. Таким образом, если у вас такое вот довольно ясное, четкое изображение, то прогон, конечно, получается очень даже хороший в определенной палитре. Давайте еще попробуем изменить размерчик, немного уменьшить. Говорю далее. Все остальное сохраняю также. Ну, вот таким образом у нас, в общем-то, картинка уменьшилась. На качество это не повлияло. В общем-то, картинку можно уменьшить. Следующее, что я вам покажу, это прогон в коричневой сепии. Для этого я выбрала вот такой, ну, не очень, скажем, сложное изображение. Я его заранее преобразовала в сепию. Это можно сделать в любом графическом редакторе, в том числе и в программе Picasa, о которой я рассказывала как-то не так давно в своем уроке. Теперь давайте ее загрузим в программу и посмотрим, что же у нас получится, если мы прогоним это изображение в коричневой сепии. Размер я выбираю 100 клеточек на 100, это квадратная картинка. Загружаю коричневую палитру. Все остальное так же, как и в прошлый раз. И затем импортирую изображение. Итак, картинка у нас сконвертировалась. В общем-то, очень даже тоже неплохой прогон получился. Что еще можно здесь сделать? Тоже попробовать уменьшить немножко. И посмотреть, влияет ли это на качество или не влияет. В общем-то, на качество не влияет. Можно картинку уменьшить, если 100 клеточек это много. И теперь давайте рассмотрим еще и второй вариант. Сепии бежево-коричневая. Вот я преобразовала тот же самый персик вот в бежево-коричневую сепию. И давайте это изображение прогоним в программе. Вот у меня получился прогон этого же персика в бежево-коричневой сепии. И теперь давайте перейдем к следующему, более интересному варианту. Это прогон изображения в цветной палитре. То есть изображение у нас уже цветное. Рассказывать я буду вот на этой же веточке абрикос, которую я рассказывала в прошлом уроке. И что я хочу сразу вам сказать. Я хочу обратиться к мануалу в программе, в котором пишется, что все цвета, которые представлены в палитрах программы, все нити, все, и бисер в том числе, всего лишь приближенно по цвету совпадают с реальными мулине. Вот здесь вот это написано самим разработчиком. И невозможно передать точно цвет мулине, потому что у всех у нас компьютеры разные, экран разный. Поэтому в связи с этим, прежде чем подбирать палитру ниток, в которую вы собираетесь прогонять ваше изображение, я советую, и все советуют, пользоваться живыми нитками. Когда я делала свой последний прогон вот этого изображения, у меня в итоге осталось 35 цветов. Я взяла живую палитру, долго-долго выбирала, какие же нитки убрать, какие оставить, попробовала там сделать бленды. Что я вам могу сказать на этот счет? Как выбрать эту цветную палитру? Можно руководствоваться как бы своим опытом вышивальным. Я, например, уже 13 лет вышиваю. И, наверное, в большей степени интуиции, знаниями. После долгих-долгих выборов я выбрала палитру. Сейчас я ее загружу. Вот я загрузила эту палитру. В итоге я оставила для начала 28 цветов. И теперь я хочу прогнать свой абрикос в этой выбранной палитре. Я вот убрала, там яркий был один, мне показалось, что не очень удобен. И добавила зеленый бленды и там еще добавила коричневые. И решила посмотреть, что же из этого получится. Обязательно оставляем изображение в качестве подложки, чтобы затем править. Далее все так же, как я делала в предыдущем уроке. Здесь как раз нужно использовать третий случай, поскольку палитру я уже загрузила. Это использовать цвета из палитры. Метод дизелинга тоже оставляю штуки и говорю
Далее импортирую изображение. Вот у меня появился прогон. Давайте посмотрим, что же здесь у нас получилось. Ну, сразу видно, что здесь нужно править. Убирать вот эти желтые крестики. Убирать здесь зеленый цвет. Доводить до ума вот эту абрикосину. В общем-то, далее здесь ручная правка. Я долго-долго правила, правила, правила. И сейчас вам покажу, что в итоге у меня получилось. В итоге у меня получилась вот такая вот веточка. Более-менее удобоваримая схема. Количество цветов вместо 28 я оставила 25. Я убирала лишние цвета, смотрела. Ну, возможно, тут еще что-то можно исправить. Ну, так, в общем-то, более-менее все это видно. Подрисовала бэк, как мы видим. Подложка у меня пока есть. Ее можно посмотреть, если кликнуть здесь, найти в тканях подложка сверху. Вот таким образом она у нас видна сверху. И таким образом у нас получилось более-менее что-то наподобие схемы для вышивки. Вот, пожалуй, все, что я вам хотела уже рассказать о прогоне программе Pattern Maker. Возможно, мои уроки помогут вам в создании своих собственных схем. А на сегодня все. Всего доброго, творческих успехов и ровненьких вам крестиков.